Так, друзья мои, привет. Пока печатается деталь, я вам сейчас покажу настройки Ultimate куром, которым я пользуюсь. И как раз поговорим о том, почему я настраивал стол без бумажки, а по касанию сопла стола. Качество печати смотрим. Смотрим качество печати. Значит, высота слоя у меня 0,15 мм. Высота первого слоя 0,2 мм. Ширина линии 0,4 мм. Далее. Стенки. Ну, стенка у меня стоит, количество стенок 4. И больше никаких настроек здесь нету. Дно, крышка. Слои крышки 3, слои дна 3. Можете увеличивать по желанию, по усилению деталей и так далее. Заполнение. Заполнение у меня периодически меняется, но практически всегда стоит 50%. Почему меняется? То есть, если нужна мне крепкая деталь, то я делаю вплоть до 100%. Если нужна какая-нибудь, там, я не знаю, деталь, чтобы посмотреть, как она будет выглядеть, обкатать ее, примерить, то можно поставить и 20%, лишь бы увидеть, как она выглядит. Дистанция линии заполнения 2,4 мм. Шаблон заполнения треугольник. Ну, то есть, вот это вот можете смотреть, списывать, ставить также. Далее. Материал. Температура сопла 220. Опять же, у меня пляшет она от 210 до 220. Почему? Значит, печатая ПЛА пластиком. Ну, то есть, каким пластиком будете печатать, температуру подстраиваете. Я печатаю ПЛА пластиком. Температура печати ПЛА пластика 190-230 градусов. То есть, если все-таки начинают края приподниматься, я останавливаю печать и поднимаю температуру. 210-220 оптимальная серединка. Температура печати первого слоя 210. Температура стола и температура стола для первого слоя одинаковая. Это 80 градусов поток, 100%. Так, ой, не то открыл. Заполнение. Скорость печати 60 мм в секунду. Это очень хороший показатель. Будет печатать чуть помедленнее. Кто-то ставит 100%, но я не вижу смысла. Скорость печати стенок 30 мм в секунду. Скорость перемещения 120 мм в секунду. Скорость первого слоя 15 мм в секунду. Перемещение. Величина отката 3 мм, чтобы соплей не было. Скорость отката 20 мм в секунду. Режим комбинга стоит везде. Поднятие по оси Z при откате не ставлю. Поставил, мне не понравилось. Увеличивается время печати. Охлаждение, смотрим. Ну, скорость вентилятора 100% и так далее. То есть ставите на паузу, вот так вот списываете. Дно, крышка. Так, стенки, оп, что-то я тут куда-то улетел. Охлаждение. Так, поддержки. Естественно, поддержки генерируются, если они вам нужны. И ставлю только от стола. Так, тип прилипания к столу. Ставлю кайму. Ставлю количество линий 20, потому что может поначалу пойти плохо пластик с нозла. Еще какие-то проблемы могут возникнуть. Ставлю 20 линий, дабы убедиться, что он равномерно печатает. Ну и добрались мы, значит, до функции Z-Offset. Ее можно установить вот отсюда, с магазина. Скачиваете плагин Z-Offset и устанавливаете. И вот как раз вот это тот показатель, который мне позволяет настроить стол касанием нозла к столу. То есть я выставляю и далее ставлю 0,15 мм. Вот я поймал именно вот это значение, которое мне понравилось, 0,15 мм. Если вас не устраивает, если вы хотите поднять повыше нозла, по сотой миллиметра добавлять 0,16-0,17. Если вам все наоборот необходимо опустить, ставите минусовые значения. То есть вот это программный подгон уровня стола до сотых миллиметра. Соответственно, я просто выставляю касанием нозла по углам стола, по четырем углам, раз, два, вот так, раз, два, три, четыре. Проверяю, чтобы вообще нигде не цепляло, то есть можно покатать по столу. И далее ставлю Z-Offset 0,15 мм и делаю пробную первую печать.
Я, ну, как с 0.15, я сначала поставил 0.2, потом 0.19, 0.17, 0.10 пробовал. Вот 0.15 для меня это самый оптимальный вариант. То есть, кто настроит по моим настройкам, сохранит, вернее, мои настройки кура, поставит 0.15 Z-Offset, настройте стол по касанию нозла к столу и пробуйте печатать. И дальше уже именно этой, именно вот этим вот параметром играйтесь выше-ниже его, и вы придете к отличной печати. Ну вот, пробная печать у меня была, это Снежка попросил трактор ему напечатать, увидел в интернете, вот смотрите, слоев практически не видно. И очень крепкая деталь. Это я уже сетку вклеил. То есть печать вообще хорошая. Меня устраивает. Пробуйте, пишите комментарии, спрашивайте, чем могу, тем помогу.